как будто оставили всю сердцевину. Заманили, а стерео за счет каких-то вот... Чисто комнату дали этому всему. Да. Это по краям. У нас этого нет. У нас сухо все звучит. Лейблами проблема в чем основная? То есть здесь нет как таковых отделов, которые ищут таланты. Дело в том, что в большинстве случаев инвесторы, которые приходят в музыку, они приходят из другой индустрии. Просто смотри, музыкальный бизнес – это же что такое, если вот, ну, снять розовые очки, да? Это действительно сверхмаржинальный бизнес. Ну, я сталкивалась, например, с тем, что ты делаешь аранжировки, ты же женщина. Серьезно? Да. Это вот в России? В России, да. И когда у меня есть... выдохнуть, да, а за счет того, что будет разная обработка, и форма будет выпуклая.